Она едет. Ура! Как долго я его ждал? Это новое лобовое стекло на мой Уракан. Пришел лобовое и пришла подушка. Подушка в руль. Пацаны приехали менять стекло. Че, поменяем? Конечно. Ну, глупый вопрос. Значит, с чем вы приезжали? Вот, что меняем, пацаны? Сколько стекло, расскажи, стоило? А, я не расскажу. Потому что это все было в одном чеке. Чек был 1 000 000 рублей, и там в этом... В всем списке было стекло, подушки, там еще что-то. Поэтому в конце постройки ламбы я расскажу, сколько она мне вышла. Сегодня 7 декабря. Поэтому что-то там болтать на камеру, рассказывать не имеет смысла. Потому что можно проболтать до весны, и все. Нужно забирать Rolls-Royce, поэтому меняем лобовое. Крошки, закрою глаза, у меня же крошка пролетела от лобового. Иду по приборам, все. Ну что, Вань, все стекло демонтировано. Да, все, вместе с наклейкой действительно идиот. Получается, не идиот. Что-то крошка у меня, посмотри, в глазу что-то есть, нет? Блин, не могу, короче, понял, воды налить и глаз не закрыть, я рефлекторно. Не смешно, братан. Осколок попал, походу. Надеюсь, что в древний, как в игре Raid Shadow Legends. Какой осколок у меня в глазу? Загадочный, древний, темный или сакральный? Мне кажется, сакральный, потому что что-то он не уходит, по-моему. Raid Shadow Legends — это величайшая игра всех времен. В рейде более 600 героев. Все эти герои происходят из уникальных фракций, каждый со своей историей в мире. Филерия. В рейде появился самый большой, самый нереальный босс Гидра с несколькими головами. И эти головы сами по себе являются боссами. Голова Скверны. Она отравляет вас, она кусает вас и защищает себя ядовитым облаком. Голова Мучений. Ужасно. Постоянно применяет устрашение к вашим героям. Голова Раздора. Любит ваши бафы и хочет получить их все для себя. Голова Гниения. Стремится уничтожить вас и укрепить силы своих союзников. Голова Страдания. Она приносит новый ужасный дебаф под названием Pain Link, которая заставляет ваших чемпионов получать некоторый урон всякий раз, когда вы атакуете эту голову. Глава гнева. Она ослабляет и провоцирует вашу команду. Она может уничтожить вас за один присест. Самая злая глава Гидра. Так, Димка, давай поиграем в режим битвы на арене. Так, арена, начать, начинаем. Знаешь, зачем я хочу Роуз? Потому что играть удобно в рейд, в Роузе. Все, не мешай мне. Видишь, у меня битва. Посмотрим, справлюсь ли я против других игроков и добуду ли себе славу. По-моему, двух убили. Но знаете, друзья, без поражения нет побед. Поэтому сейчас буду прокачивать своих игроков. Сейчас попробую поиграть в режиме кампании. В режиме кампании я могу прокачать своих героев и потом вернуться на арену. Yes! Победа! Но в кампании тебе больше везет. Да, и если вам недостаточно самого крутого босса среди всех мобильных игр, то у рейда есть еще кое-что. Некоторые из вас могут узнать его. Это суперзвезда и легенда киберспорта из команды Na'Vi. Simple. С сегодняшнего дня и до 28 января 2022 года этот игрок будет доступен бесплатно как новым, так и старым игрокам Raid. Все, что вам нужно сделать, это войти в систему на 7 дней с настоящего момента до 20 января, и он ваш. Если вы пропустите этот период, то вы упустите возможность навсегда. Герой потрясающий, так что вам точно не захочется ждать. Кроме того, игра выкатит праздничные ивенты, полный график праздничных мероприятий со специальными событиями, турнирами и даже с некоторыми новыми событиями слияния героев, которые помогут вам добавить некоторых из невероятных праздничных героев Raid в свою коллекцию. Помогите мне собрать 2000 инсталлов. Так чего же вы ждете? Переходите в Raid по моей ссылке в описании или сканируйте QR-код. Качай Raid только по моим ссылкам и в качестве нового игрока получи 1 древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбу пополнения энергии, а также крутого эпического героя Вергиса в качестве бонуса. И поторопитесь, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Так чего же вы ждете? Увидимся в Raid'е. Ванище 95. Это я просто, если что, слоник сказал, чтобы мы могли там вместе порубиться. Че, Бух, ты кайф? Ну вот там сбоку, вот, да. Бух, ты умер? Да не, меня убило. И какими бы ни были проблемы, они решаются. Примерка лобового стекла. Даже Гуф охренел, у него все глаза заблестели. Просто посмотрите.
Я теперь смотрю на машину не на ту, которая стоит разбитая, и мы ее собираем, а на машину, которая целая, приехала на ТО. И просто что-то мы там подраскидали ее зимой. Просто посмотрите, охренеть! Пашка! Второй раз видимся, но все равно обниму тебя. Да блин, ну ты что, я один радуюсь? Можете порадовать? Всем похую, что ли? Ну это реально, это охренеть. А что, все, что ли, пацаны, радость закончилась? Все, радость закончилась. Так, скотч наклеен. Хорошо. Вот Леха собирает хаммер Миша. А сейчас что дороже? Лабаш ничего не решает. Ну, ты не скажешь, да, что дороже? Ну, понятно, что когда вы соберете, наверное, как бы, ну, найдется, кто купит ее. Там. Ну, короче, ламба дороже, чем хаммер. Ну, после сборки, если все делаешь, то он гипотетически, да? Да не гипотетически, а папа. Осталось собрать. Все, бери подушку, пойдем ставить, давай. Пойдем. Знаешь, это вот, когда вы мне говорите, даете какую-то запчасть и говорите, делай, это то же самое, что чувака в море выкинуть и сказать, плыви, вот то же самое. Решение есть. Звоню в официальный дилер Lamborghini. Я помню, мы когда-то звонили в официальный дилер Bentley. Какая марка автомобиля у вас? Bentley Continental GT. Насколько я знаю, выдергивают сначала деревяшку. Она, ну, там очень аккуратно просто надо, то кожа дерева может сломать. Ага. Вот, мы разбирали Bentley, тоже звонили, нам подсказали. Как этот отдел? Ольга, добрый вечер. Можете, пожалуйста, меня связать с сервисом? Автомобиль Lamborghini, сервис Lamborghini вас интересует? Да, Lamborghini Huracan. Пожалуйста, соединяю вас с сервисом. Как приятно. У вас Lamborghini? Да, да, сука. Я понимаю, почему эти тачки покупают. Сервис Lamborghini, Алексей, здравствуйте. Алексей, здрасте. А такой странный может быть вопрос. Мне нужно заменить на Lamborghini Huracan подушку безопасности в руле. Можете, пожалуйста, подсказать, как это делается? Снимаете ее подушку и ставите новую или что? А, ну, это логично. А, то есть технически как это сделать? Да. В сервис. А, то есть не можете подсказать. То есть, ну, а зачем сервис, потому что, наверное, там 2-3 болта, но не более. Или все равно сервис нужно? Конечно, не более, но если вы не можете снять, то вам нужно сервис. Я понял, спасибо. В принципе, логично. До свидания. А, вам нужно в сервис обратиться. Паша! Знаешь что, надо вот эти, наверное, снять. Это, наверное, будет. Все, понял. Yes. А, она даже зафиксилась. Заебись. Крути руль. И получается в сервис не надо ехать. На самом деле я удивлен, что ничего откручивать не нужно. Просто все держится вот на этих вот защелках. Раз и два. А что так небрежно, с Lamborghini, братан? Брат. Вот он, Lamborghini. Блин, я чекаю запускать. Она может выстрелить? Да нет. Кто? Нормально. Вот этой вот истории нету. Уже прям, знаешь, в салоне начинает быть похоже на машину. Это очень круто. Слышишь, звук меняет? Ну вот сейчас да, было. Вот, Страда, Корса. Страда, Корса. А ты раз можешь? Нет. Не стоит лучше, да? Не могу, брат. Нужно греть. В общем, что, сейчас приедет Гамза, мы снимем ремень, потому что при ударе, значит, взорвалась подушка и заклинил ремень. Приехал Гамза забрать вот этот вот неработающий заклинивший ремень. И что будем с ним делать? Заново заправлять, что делать? Будет оригинально все делать, меняет, да, на оригинальный. На оригинальный перепатрон, правильно я понимаю? Да. Надо как-то снять эту всю обшивку, наверное, да? Да. Ласточка. Видел, как тебе, кайф? Да, кайф, брат. Нормально? Все, что, Гамза, надо дергать обшивку как-то эту, да? Аккуратно. Да, сниму, брат. То есть, по факту, безопасность будет восстановлена. То есть, не сымитирована, с подушкой внутри все окей. Ремень будет с новым перепатроном, поэтому безопасность восстановим. Так, что мы имеем? Мы имеем зеркала. Раз кусочек, я так понимаю, это старое зеркало. Два кусочек, три кусочек из Польши приехало зеркало. И четвертый кусок. Ну, конечно, оно не цельное. Ой. Мурузджан, брат мой. Можешь к Лехе поехать? Да. Отвезти ему. Все, дальше кадр с телефона. Приехал к Лехе. Он вообще шпаклюет, грунтует. Здорово, пацаны. Это нужно сделать оранжевым. И это тоже надо сделать оранжевым. Давай, ставь так, как есть, будет круто.
Не-не-не, так как здесь не пойдет. Леха, он вообще занимается. Тут уже, получается, обклеивается, да, дверька? Прям к покраске? Да. Я сейчас вам покажу, что тут происходит в камере. А происходят здесь обезжиривающие движения. Вот все детали от Lamborghini. Посмотрите на мой внешний вид. Это вообще по-другому здесь находиться не вариант, иначе все вещи пойдут в утиль. Даже все, пошла жара. Сейчас грунтуются все эти детальки, которые тут есть. Приготовил морковочку. Будешь? Что, Лёх, красим сегодня? Серьезно? 22:39, 7 декабря. Я сказал, чтобы красить сегодня. Вот, все. Сегодня сказал, сегодня красим. Сейчас приедет Марио, я куплю у него новую фару. Чтобы купить фару, я продал лимузин. У нас с Русом был лимузин. Вот лимузин. Господа, я прошу вас посетить наш лимузин. Вот пару раз покатались, и он стоял, короче. Мы думали его оставить, ну, по приколу, понял, дешево купили. И в итоге мне не хватало денег, я продал лимузин. Ну, там, Рус забрал свою часть, я забрал свою часть. Все, любимые ночные движения, лимузин продан. Ключ держите, все. Хорошей дороги. Спасибо. Громко музыку не слушайте. Капец, фара от Lamborghini стоит, как подержанный старый лимузин. На самом деле, фара стоит даже подороже. Капец. Мне не хватало, понял, поэтому я продал. Короче, все, что можно было продать, я продал. Раз, два, три. Раз, два, три. 220 тысяч цинь. Ну все, все, новая фара. Рус, здорово. Здорово, что сейчас вот, подожди. Что вот пропуск, так долго-то? Пропуск оформил? Здорово. Недолго. Смотри, как ты хочешь, чтобы мы с этим ехали быстро. Давай, запрыгивай. Скажу Ване, что я ее берегал. Да, аккуратно, не плачь. Он еще не высохло. Пиздец тебе. Забрали первую партию открашенных запчастей. Не открасили еще бампер, порог и стекла боковые. Блин, я думал, мы сегодня всю морду собирал. Но нет. Краски не хватило. Короче, все, едем выгружать. Да. Ждем Ваню и посмотрим на его реакцию. Че, блядь, не можете купить 2 месяца петли, блядь? Что? Как вы поставите на эту петлю? Посмотри на нее. О! О! Здоровый. Сейчас покажу проблему. Во-первых, блядь, вообще петель. Не проблема. Вот это? Вот это не проблема? Не, да вы не поставите дверь, не выставите. Проблема какая, Паш? У нас что случилось? Нет. У нас запчасти задержались в Польше. Какие? Стеклоподъемник. Там еще там гора всего. Короче, надо стекло и стекла, причем боковые стекла на что-то крепить. У нас нет стеклоподъемника, они не приедут. Самое важное — стеклоподъемники. Не кипятитесь, не волнуйтесь, вы проиграли. Покупаешь на Ниву стеклоподъемник один, ебать. Прикручиваешь его туда болтами, блядь. И все. Наспось, нахуй. И он у тебя один. А зачем? Его прям в каркас, блядь, прикручиваешь. Какой? И все. Пожалуйста, можно попросить, кто будет монтировать, вырежете это. Никаких жигулевских запчастей. А как там, что там делается? Трапеция прикручивается к вот этому каркасу, ага. Внутреннему. Подается на него питание, и у тебя бегунок бегает уже вместе со стеклом. На Ниве стекло большое. Нормально. Выход есть всегда, особенно когда есть синяя изолента. Я смотрю на детали, они покрашены, я внутри рад. Ну, реально, знаешь, уже всего не осталось. Короче, я еще купил за 27 тысяч эти колпачки в колесах. Звонит, говорит, эти колпачки тут 27 тысяч. Шина. Конечно, контраст есть, я ее видел разбитая сейчас. Да, конечно, это просто, это Феникс, она из пепла оставшая. Сегодня, получается, мы примерили одну дверь. Есть вопросы по замкам, по креплениям, нужно все это докупать, что-то изготавливать. Леха, еще открасит бампер, завтра заберем. И будем пробовать это все устанавливать. Гамза приехал, короче. Вот же она, вживую я устал, эти экран смотреть. Да? Из Дагестана человек приехал, чтобы просто... Ну, чтобы просто посмотреть. Болеет вся Россия, просто охренеть. Все смотрят в Дагестане. И в такие моменты, когда вот, ну, люди, короче, подходят, я понимаю, что интересно людям, что люди смотрят, подходят, респектуют, я прям это заряжаюсь, понял? Ну сейчас я подъезд зарядился. А чё новое покажи? О, вот тут пиропатрон поменяли и зарядили заново. Ремень. Я же стесняюсь, брат. Он
глаза очень любит, когда он что-то делает, и его начинают отвлекать всякими вопросами. Ему прям нравится, смотри. Гамза, что получается? Там. Гамза, можешь помочь? А что, ты там нормально делаешь? Там это самое, аккуратно. Да, поэтому просто сейчас одно это покажу. Я сейчас Ваню покажу, подожди. Ваня, Ваня, смотри. Это я. Это реально я. Я всегда смотрю. Короче, ну что мы еще будем показывать? Ремень поставим сейчас. Пиропатрон новый. Все, безопасность готова. Пока. 5:30 мы в эфире. Смотрите. Смотрите. Она открывается сама. Двери вообще самая геморройная. Очень много элементов. Много чего у нас не хватает, но главное хотя бы, чтобы она закрывалась нормально, точно одной обшивки не будет. Но ничего страшного, Мишин Хаммер стоит за углом, и я знаю, что он тоже приедет без обшивок. Дядя, давай. Иди потолок собирай за другом. Он на взводе, не подходи, но зато мой друг, лучше всех играет. Не понимаю. Пера собирает 1001 крепление. Как тут можно разобраться? Просто действует по наитию, я еще. Паша, да, Паша, ты, знаешь, безумный механик, это вот он. Не знаю, в моторах есть что-то, что меня успокаивает. Сколько стоили стекла, Марио? 60 за 20. Слушай, расскажи, то есть, как устроен рынок, то есть, можно купить у дилера за, там, например, за 1 000 000, а можно купить где-то как-то за 200. То есть то, что за 200, откуда это, на экзотические тачки? А, это все рынок Польши, Англии, Америки. А вот в России вообще, ну я так и не понял, это выгодно заниматься? В России нет. Запчастями на экзотические тачки? Это просто случайность. Вот сидишь и смотришь новости, да, кто-то разбил Хуракан. И люди начинают шевелиться, выкладывают запчасти на Авито. Еще а, так делают? Когда узнали, что мы машину купили, там вот мир зашевелился? Мир зашевелился просто. А что было? То есть, подожди, вышла серия, где Женя забрал ламбо, и сразу начали скупать люди запчасти, чтобы продать Жене? Да, но сарафанное радио сыграло настолько быстро, что даже вы видео не успели отредактировать, наверное, даже на компьютере его открыть. Уже в тот день, когда Жекич его забрал, ага. Волна от атомного взрыва так по Москве разошлась. Я только что купил в первый раз в жизни ламбо. Для начала. Ну что, удачно вышло, Недека? Ну когда, извини, Жекич покупает машину, все знают, что он будет вкладываться. Короче, здесь были колхозные наклейки, оранжевые, значит, пробовал оттирать, не получилось, в итоге нашли скотч Брайт, или Брайан, я называю его скотч Брайан, на болгарочку, и, пожалуйста, все уходит. Вау! Кстати, да, слушай. А в резине не будет хана после этого? Да нет, не что будет. Да, она нет, она что такая. Ах, удивительная жизнь, удивительная. Ах, удивительная жизнь моя. Ах, удивительная жизнь, удивительная. Становится похоже на машину, да? Ну, потихонечку уже. Ну, не будет хватать обшивки одной двери и корыта. Короче, корыта — это что я называю? Корыта — это вот такая вот история, которая из ворса. Ну, понял, как традиционный багажник. Его не будет, но ничего страшного, я думаю, что там не сильный спрос будет, не сильно оно упадет в цене из-за того, что нету корыта. Чтобы вы понимали, время 5:30 утра, значит, мы собираем ламбо. Русик сейчас не спит, он не спит 5:30 утра, он, значит, ждет запчасти от ламбо, пока они высохнут. Но если вы думаете, что после этого мы поедем спать, нет, мы поедем продавать Русу машину, поэтому... О, здорово, Рус. Здорово, выспался? Да ну так, а ты? Я в бусе спал. Да ладно. Лучше горизонтально, но холодно. А тебе не греет, что ли? Не, он на хвосты даже не прикрывается. Капец. План дня. А у меня до сих пор стоит Lexus, который надо обновить. В общем, есть один покупатель потенциальный. Он хочет, чтобы я привез машину на диагностику. Если все окей, он ее забирает. Ну что, погнали? Погнали. Машину загнали в специализированный центр Toyota и Lexus. Сейчас ее осмотрят все, и потом вы уже увидите вердикт. Короче, машина живая. Нужно поменять масло в АКПП. И рекомендовано к замене передние рычаги. Ну, это чтобы вообще в идеале все было. Пробег соответствует действительности. Миша, спасибо. Миша не подвел. Ну, в итоге что? Че, чувак пошел думать. Ты
считаем деньги за машину, там заполняется договор. Покатался, испытал. Я бы чего-то не удивлен, братан. Так, все, деньги мы рассчитали, договора подписали, осталось только вручить торжественные ключи. Это Михаил, новый владелец Lexus. Поздравляю. Большое спасибо. Спасибо, дорогой. Давай. Время двигаться дальше. А зачем мы завтра поедем? У нас нету ни машины, ни даже примерного варианта, куда ехать. Выспимся чуть-чуть и с утра поедем искать машину. Завтра мы будем на машине. Ситуация такая. Нужно до 12 дня найти фуру, слышишь? Это охуенно. Остались сутки. Машина вот такая. Она не готова. То есть, аккуратно, обшивка, аккуратно, аккуратно. Бля. Ну а почему она так лежит здесь? Мы не уйдем отсюда, пока мы не добьем ламбу. То есть пока мы не спустим ее с подъемника и пока не будет бампера, значит, зеркал, порога, мы отсюда не уйдем. Тут на самом деле сейчас нет динамики. Штигомотина, боут. Прикрутили, открутили, примерили. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Ставим счастье нас с тобой. Ждет. Ночь пройдет, пройдет пора. Ненастное солнце зайдет. Да, по морде осталось только бампер. Че вот Паша говорил, отсюда задувает, да, отсюда выдувает? Ну, это пластиковые диффузоры, они как бы очень важны для охлаждения. Вот эти, да? Да, ну, направляют потоки воздушные. Если их не будет, он не будет работать. То можно было бы на них забить, но мы их поставили. Я тебе говорю, ну, я скажу 500 раз, машина собирается. Перфекто. 6.22, Рус только приехал, привез пылу жару, два зеркала, порог и передний бампер. Вон они, смотри, вон они. Свежий, я так хочу поставить передний бампер. Финальный штришок и вот прям вот значочек поставить в центр. Как же тут все упаковано. Красава, Рус, спасибо тебе, дорогой. Вот я и говорю, знаешь, вот не я красавчик, а друзья мои красавцы. Спасибо, Рус. Она платит 1000 рублей в день. Брат мой. Ой, аккуратно, Мишенхаймер, брат. Не поцарапай бампер в машине. Бампер желтый, да? Ну, кстати, вот, я хотел сначала пошутить, но кроме шуток, реально, посмотри, Хаммер, ему что будет? Блиховушку взять, врезаться, и Хаммеру вообще ничего не будет. О-хо-хо-хо-хо-хо! Нифига себе! Офигеть! Да еще надо сказать. Ну как, прикольно, а? Простите за мой французский. Ну скажи матом, пожалуйста. Что я сказал? Круто! Тут такая машина, как бы, тут надо самому решить, нужна она или нет. И блеск души. Она запускается, едет? Не пробовали. Лунный свет и майский дождь небеса. Честно, ты ее хочешь? Да, да. Эта машина посадит меня на Rolls-Royce. На заре. Я, короче, начал Диману, оператору, звонить. Ну, фотку скидываю, говорю, никому не показывайте совсем. Хочу рассказать просто всему миру. Я не ожидал такого результата. Я вообще не ожидал. Я даже близко не думал, что будет так. Я думаю, знаешь как, вот чего-то хватать не будет. Двери, может быть, там, бампера, чего-то, понимаешь? А она просто, посмотри. Ее просто можно ставить, я не знаю, как... Знаешь, тачку вот на подиум просто, как, знаешь, как выставочную. Она просто, она новая, как будто бы, знаешь. Женя спросил, Вань, ну ты понимаешь, что это ответственно? Без камер всего, я говорю, да. Я сказал вот такую фразу, я разъебу. Не важно, кому достанется Rolls-Royce. Ну да, вот, конечно, это важно, но... Ну да. Это разъеб. Я считаю, это вот прям... Это прям хорошо.
А я думал вот 3 месяца назад, что вообще нереально. Где запчасти брать? Сколько это стоит? Все, что я знал, что это очень-очень-очень-очень дорого. Я вообще думал, что ламбы, ферры нужно собирать, знаешь, там, специальными ключами, на специальных заводах, специальные люди. Вот, ну, все, что мы знаем о ламбах и феррах, ну, правильно? Посмотри, какой был мотор. Это, ну, сейчас, подожди, фото грязное. Вот эта грязь, ну, на моторе. Тут мыши какали, вообще было все, ну, ужасно засрано. То есть это все на фотку, видишь, вся эта грязь. Короче, рискуйте, потому что я рискнул. И вот, пожалуйста, я в шоке. Мое сердце остановилось, отдышалось немного, и снова пошло мое сердце. Мое сердце замерло. А итоговая сумма, сколько мне стало ламба вместе с покупкой, с починкой, вот совсем вместе. Я записывал вплоть до каждого хомутика, винтика, вот прям все, что я вкладываю, я сразу записывал в заметки. 10 662 133. Oh my god! Wow! Эти бабки я заработал сам, я ни у кого не занимал. Было такое, что мне нужно было срочно продать тачку, там гелик я продавал, помню, чтобы купить ежку. Но чтобы я занимал, был кому-то должен или на чужие деньги покупал машины, не было такого. Летом, когда у нас не было бабы, когда я купил ежку, это что-то весна была, не помню. Мы, блядь, не покупали дорогие машины, потому что не было денег. Нету денег, все, мы не покупали, понимаешь? Все, вот это, сука, вот кровью и потом, блядь, своими руками, понимаешь? Потому что мне уже, я почему-то говорю, потому что мне уже пишут, вот, тебе же не подогнал ламбу. Ну, блин, я очень благодарен. Но 3 сервиса с огромными бюджетами не могли сделать ламбу. Никто не брался. Многие люди, они не доходили до конца. А ты, Иван Богатырь, сможешь. На самом деле это не Иван Богатырь, это Паша Богатырь, Русик Богатырь, Марио Богатырь. Все пацаны. По факту ламба это была просто, знаешь, как просто, ну это было ведро, просто кусок. Я ввязался и получил машину, которая стоит дороже сейчас, чем я вложил. Дороже 10. Ну, я думаю, что 15 она будет стоить. Ну все, теперь официально, братан. Иван Курака. Все, блядь. Ну, пойду Миша наклеим. Вань. Что? Чтобы не забывал обо мне. Между прочим, мы вот мыли с пацанами твой... Негодяй. Твой кенгурятник. Я, между прочим, вложил. Да, 1% миллипроцент своей руки. Спасибо тебе. Вы видели машину мою? Нет. Вы что, не видели машину мою? Блять, пойдем. Пошли смотреть. Ну чё? Ну прям похоже на машину. В смысле? Ну в смысле похоже уже на машину, чё? Зачем вы заклеили? Красиво, чтобы было. Все, хватит, а? Все. Ну просто вспомните, что было. Я думаю, вы скажете, ебать, это не может быть. Не, ебать не может быть, да. Молодец. Спасибо. Прям работу проделал. Спасибо. Ты всё оплатил, да? Да. Здравия, нормально работает. Спасибо. Слушай, камера так вообще борзо смотрится сзади нас. Да, это крыша моя, понял. Первый выезд, пацаны. Первый выезд. Сука, я на своей ламбе. Ты габариты хотя бы как-то чувствуешь или пока привыкаешь? Привыкаю, морду вообще не вижу. И я совсем как во сне, совсем как в альбомах, где ты рисовала меня, уважаю, ты искала меня. Это кусочек хорошего настроения. В столь зимнюю пару. Единственный раз зимой я выкатываю, потом на полную мойку, в том числе днища, и все. Ты знаешь, по-моему, ламбу в такую погоду выглядит, как будто человек вышел в шортах и футболке. Да, я с тобой согласен, наверное, так выглядит. Ой-ой-ой, смотри, такой же цвет, буду говорить. Ну, слушай, комфортно, в принципе, ехать. Не скользко. Нормально, на ней, в принципе, комфортно ездить. Ну, даже вот, ты сейчас едешь комфортно, да, как на обычной машине? Я за вас болею, ребята! Привет! Серию вставите? Да. Ваня! Какие люди! Курка, смотри! Я такой смотрю!
Охереннейшая тачка, просто. Я стою там такой, типа, здесь бесплатно, 5 минут можно постоять. Смотрю, стелит. У меня аж руки само трясутся, отвечаю. Бля, спасибо. Блин, это так охеренно. Не зря не спали. Спасибо. Самый кек, знаете в чем? Смотрите на меня, улыбочку. У тебя есть мечта? И, возможно, она сбудется. Но не в этот раз. Так. Это что? Паша! Паша! Бля, что за хуйня-то? Если ты приезжаешь на этой машине не на ходу, то ты как бы выбываешь из гонки за Rolls-Royce. Попробуй бесплатно совершенно новую лимитированную дебетовую карту Тинькофф Space с кучей бонусов. Огромный кэшбэк на игры, еду и другие сервисы. Такое нельзя упускать. Торопись.